Всем привет, друзья, меня зовут Флойки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке «Симулятор крутого чувака». В сегодняшней серии, я, кстати, уже давно не снимал «Симулятор крутого чувака», вот, но вы просите в комментах, давайте продолжим играть. В сегодняшней серии мы посмотрим в магазине по новым пушкам, есть ли какие-нибудь новые пушки, нет ли каких-нибудь новых пушек, и также мы попробуем найти редкий скример. Вы мне говорили то, что они были везде, в этом, как его, в хэллоуинском обновлении, но я что-то этот дебил какой-то, я не знаю, почему мне не повезло, не застал. Вот, я вроде снимал видос, но почему-то я скримера так и не увидел. Не понял прикола, честно говоря, реально не понял. Но в сегодняшней серии мы попробуем его найти. Мы будем ставить специально для этого ночь в магазин. Мы сначала сюда поедем, но если я не ошибаюсь, то всего два магазина с оружием, и мы заедем в два, в принципе, посмотрим, что нового есть. Кстати, сегодня я на тачке разработчиков, это моя любимая тачка, на самом деле, прям вот она мне супер нравится. Не знаю, как вам, но она прям офигенная, как по мне. Ты чё, алё, Петя? Я что-то забыл ручной тормоз нажать. Нет, вот то, что ты сейчас врезался в этот бордюр, это было, конечно, отстойно. Так... Ага, надеюсь, она, короче, не уедет. Заходим в магазик и... Здорово! И чё? Где новые пушки, я не понял. О! Не понял. А почему? Гранаты хэллоуинские тут до сих пор. Ой, разрабы, походу... Совсем это что-то не спалили, не знаю, не заметили, ну, конечно, окей, бывает. Ладно, раз хэллоуинские гранатки, надеемся, то, что с хэллоуинским призраком нам повезет. Поехали, давайте тогда к другому магазину, посмотрим, может быть, там хоть какая-нибудь одна новая пушечка есть. Ну, это же было легко какую-нибудь пушечку добавить, а? Не правда ли? Я, конечно, об этом подумал только недавно, вот как раз-таки перед серией, есть ли какие-нибудь новые пушки или нет. В принципе, я комментов не видел на эту тему, но, возможно, никто даже и не заметил этого. А мы сейчас что-нибудь найдем. Так, ёк-макарёк, а почему в парке-то... А, не, подожди, не в парке. Это надо все дело объезжать. Ага. Давай. Смотрим. Ах, у нас тут тоже все куплено. Здорово. You like it, ага, ну только у тебя ничего нового нет, блин. Ладненько, смотрите, мы сейчас ставим ночь. Так, надо выйти. Это читкодом мы делаем. А, подождите, нам еще нужно еще один код ввести. Нос, forever, это этот как его? Не трусик, не трусик. Без него никак. И ставим night. Вот, работает. Короче, ночью призраки начинают летать по городу. И на карте они тоже отображаются. Сейчас будем искать гаденыш от этого. Не знаю, кто-то писал то, что рядом с Белазом есть. Он тут, кстати, находится. Можно туда съездить. Ну, на карте я, в принципе, не вижу этого призрака. Так, сейчас просто потихонечку поедем. Может быть, что-нибудь да мы встретим. Фиг его знает. Ну, конечно, это реально для меня очень сложно. Кто-то писал, конечно, то, что это убрали, а кто-то пишет то, что редкие. Но я думаю, то, что после обновления с Хэллоуином это убрали, но убрали так, что, типа, каждый призрак просто, этот, как его, так не выскакивает скример. А есть именно редкий какой-то, который мы можем найти, и он нас напугает. Но, как вы видите, здесь нигде на карте нет никаких призраков. Это проблема? Мне кажется, да. Потому что мне нужен призрак. Искать, конечно, для самого себя скример, это немножко странно, но окей. Нам надо это сделать по-любому. Так, ну все, надо... О-о-о, ладно, машинки. Вы тут сами, короче, развлекайтесь. Я вас понял. Так, эту тачку, конечно, очень-очень жестко иногда заносит. У нее реально с управлением беда. Но по виду она офигенная. Тикс. Бум. Ой, извини, трандулетик. Так. Ах, да что ж ты, блин, а? Она слишком какая-то, не знаю, низкая.
Черт его знает. Да что ты издеваешься? Ты заехать не можешь сейчас? Ну это вообще абсурд. Это честно... Развалюха, а? Нет, ты издеваешься, игра? Да заедь-то, ух! Нам с дороги вообще нельзя уезжать, ё-моё. Это какая-то дичь. Чё за фигня? Ладно, поехали. Втапливаем немножечко. Эп. Так. Призраки в... О-о-о. Ай. Ага. Призраки, вон они, но... Кто должен на карте отмечаться, не знаю. Ага. У кого-то здесь был призрак. Ну, как видите, у меня тут нет призрака, а? Видите, я тоже не вижу ничего. Так. Мне кажется, сейчас призраки по городу не летают нифига. Это нужно на кладбище ехать. Поехали тогда. Трандулет. Разворачиваем. Едем на кладбище и давайте смотреть, как эти призраки. Я боюсь напугаться, конечно. Я вроде как и готов. Типа, я должен к призраку пойти, но... Фиг его знает. Все равно страшно, наверное, будет. Ага. Возле призрака должна музыка какая-то играть, еще писали. Так. Ты тот призрак? Не, не тот, наверное. На карте вообще никакой не отображается. Хотя вот они вроде летят куда-то, но они... Недолго они потом исчезают. Фиг его знает. Так, ну... Типа... Они должны быть раскиданы по карте. Но я не вижу, как они должны отмечаться. Я вообще без понятия. Отодвинем. Они улетают в город, это факт. Ну, ё-моё. Как же сложно найти этого призрака. Привет. Ты наш? Ты тот, которого мы ищем? Нет, походу. Они вот вылетают. Но... Нет, мне кажется... Можно, конечно, где-то рядом с кладбищем искать. Но... Но этот, как его... Не на самом кладбище, я так думаю. Опа! Ребят, слышу. Это ты? Нет, не ты, походу. Я только что слышал призрака. Народ, пугайте меня давайте. Ну раз он только что пошумел, может быть, он на карте появился, а? Давай посмотрим. Я всю карту пытаюсь изучить, но найти не могу. Где он вот? Где тусуется? Фиг его знает, вот реально. Как он должен выглядеть на карте? Как он должен отмечаться? Я слышал только что звуки страшные. Конечно, да. Но не больше. Ладно, я беру драндулет. Пойду просто кататься, наверное. И... Ай, сорян. Ёкарный бабай. Как же я тупанул-то, ёк-макарюк. Опа. Может быть, мне надо на звук этот? Как считаете? Вполне вероятно. На карте они, наверное, как какая-то точка должны быть. Не знаю. Можно везде тут покататься. О, серьезно. Вот, поездить. Потому что мы сейчас сваливаем от полиции, как бы. А, на нас даже эти вертолеты... Ага, не обращают внимания. Так. Может быть, они каким-нибудь синим будут или зеленым на карте, эти призраки. Наверное, он будет один, потому что он супер редкий. Я впервые ночью, конечно, играю. Это для меня не очень привычно. Ну, вот кто-то рядом с этим Белазом видел, но я что-то не вижу тут. Вообще далеко не вижу. А чё мы? Нормально, у нас настолько низкая тачка, что мы спокойно под ним проехали. Окей, понял. Блин! Вот мне реально не везет с этим дурацким призраком. О! Стопарики. Это означает, что все, ночь уже все закончилась. Нам нужно снова вводить этот чит-код. Мы его вводим. Так. Ага. Ну и сейчас оно должно этот, как его, пикнуть. Этот звук вот страшный. И этот, как его, как говорится... Началось.
Типа того должно быть. Фиг его знает. Ладно, я, короче, на соседний, наверное, остров сейчас поеду. Посмотрим, что у нас тут. Упс. Аккуратно, драндулетик. Давай, не разваливайся. Хобочки. Может быть, тут, а? Где же этот призрак? Что с ним не так? У меня прям не получается его найти. Короче, ребятки, я нашел на ютубчике одно видео, где показываются локации. Оказывается, эта фигня на карте нифига не обозначается. Все, вот этот звук. Мы сейчас будем тупо по всем этим локам ездить и надеемся, то, что получится просто-напросто найти. Первый лок вот здесь, вот, но тут мы его не нашли, как вы поняли. Его здесь нет. Так что мы сразу едем на вторую локу смотреть, что у нас там. Самое интересное, что эта лока капец как далеко, и она находится в самой первой части города. Это для меня немножечко странно, я думал, там не может ничего находиться, но оказывается может. Так что, ребятки, сегодня мы походу все-таки сможем поймать этого призрака. Я надеюсь, сейчас я ничего не сглажу и все будет окей. Вот. Ну, я прям на это, ну, как бы только остается надеяться, что еще. Пока что ночь, будем пытаться. Так, давай-давай. Пожалуйста, пусть вот на второй локе будет, я вообще мега обрадуюсь. Нам тогда суперсложно не пришлось искать. Так, мы уже близко. Давай-давай-давай-давай. Через речку будем сокращать путь. Так будет легче. Ой-ой-ой-ой, давай еще один. Ага, ну не смог. Ну ладно, не страшно. Так, это возле трех магазинов. В принципе, я вам тоже могу эти локации показывать. Ну, хотя вы и так их видите, как бы, логично же. Так, ладно, сорянчик. Это да, это случается, в этом ничего такого. Ага. Так, тут надо что-то повернуть куда-то. Нет. Серьезно? Пожалуйста, спасибо. Окей, мы без тачки, ребят, идем пешком. Так, мы уже почти здесь. Вот возле банка, и где тут три магазина, короче... Слышите? Это знак или не знак? Но что-то я его не вижу здесь. По-моему, с этой локой у нас тоже пролет. Здесь его нет. Фигово. Вообще отстой. Ладно. Третья лока нас ждет. Короче, ребята, это где-то возле магазина пушек. И как я понял, большинство локаций все-таки находится на острове рядом с кладбищем. Так что, фиг его знает. Может быть, там все-таки лучше искать. Посмотрим. Мы сейчас, конечно, на самой опущенной тачке будем ездить. Тут я ничего не поделаю. Это единственное то, что я нашел. Короче, возле этого забора где-то. Ёк-макарёк, как же эту тачку тяжело управлять, а? Как же ей тяжело управлять? Ай-яй-яй-яй-яй. Издевательство. Давай, оп-оп. Тихо. Все. Ой, короче, я этот все устал. Я устал, мы идем пешком. Ну нафиг. Короче, где-то возле этого забора, но, как вы видите, здесь ничего. И это провал. Это реально провал. Чё-то мне не фартит. Реально. Ладно, короче, мы поехали тогда к этому, как его, обратно к кладбищу. Я посмотрел там все локи. Как бы там их вообще особо немного. И они тупо вот по кругу тут. И все. Это фигня, да? Надо было там и искать. Ничего. Мне такое ощущение, что реально убрали. Типа, он даже редкий был во времена Хэллоуина. У меня не получается его найти. Я не знаю, где он. Но я все объездил. Реально тупо все. Но он точно не так выглядит. Он просто, короче, неподвижный на месте. И все. Больше ничего такого не делает. Но, как видите, вот тут тупо нет. Просто тупо нет. И найти у меня его не получается. Как бы это грустно ни звучало. Я совсем забыл про эту супер замечательную метелку, на которой мы реально много можем видеть. Ай-яй-яй. И при этом быть высоко. Конечно, чертовски тупо то, что сейчас вот у меня выходит. Да. И чё это? Нет, реально, звуки вот эти есть. Мне кажется, они от призрака. Но его нет. Что за байда такая? Ладно.
Она немножко тяжела в управлении, эта метелка. Но, думаю, справимся. Сейчас буду везде все как-нибудь пытаться обижать, ребят. Если не получится найти, то... Увы, я не знаю, что еще делать. Тихо. Ой-ой. Ага, это звуки взлета, окей. Похоже немножко на призрака. Ну ладно, окей. Едем, короче, дальше. Но пока, видите, вообще безрезультатно. Ох, что ж тебя в разные стороны-то тащит постоянно, а метелка? Окей, летим дальше. Летим дальше. Все облетаю. Тихо. Мы приближаемся сейчас, надеюсь, к нему. К этому призраку. Так, ну, ребята, наверное, мне точно с ним не помогут. У них, как всегда, своя атмосфера. Но мне кажется, то, что... Звуки как будто бы где-то тут были. Че сигналишь-то на метле своей? Ё-моё. Нормально. Сигналит, молодец. Так. Тесла там у меня. Чуваки здесь. Может, где-то будет, а все-таки. Нет, серьезно? Реально все облетел уже тут. И нигде нет. Если он даже супер редкий, ну это было бы тупо, да, от разрабов его чисто так взять и убрать. Так что я надеюсь, что у нас получится его найти. Хотя сколько я уже его ищу по времени? Мне кажется, я уже очень долго ковыряюсь. Капец, я уже очень долго, ребят, его ищу. Если честно, но я так его и не нашел. Не знаю, сколько я из этой серии оставлю, потому что, мне кажется, многое надо будет вырезать. Но, вот, кстати, об гору разбиваются полицейские. Но я, честно, все вот прям что-то... Ну, все такие более-менее нормальные места проведал. Но прям вообще никак с этим призраком. Может, ребят, кто-то в новой версии его находил, подскажете, а где он? Потому что я реально, ну, много всего пролетал. Но ничего нет. Это капец как грустно. Я бы, конечно, его бы нашел, но я уже столько ищу, что у меня надежда просто пропадает. Вот в чем проблема. Я обычно не такие длинные серии делаю. Так что мне кажется, все-таки что-то с этим призраком не так. Может, он у меня просто в этой версии с эмулятором что-то как-то он не отображается или что. Что еще вот тут может быть? Черт его знает. Что не хватает? Но я слышу его. Если это он, конечно, вообще. Вертик пролетел так поблизости, нормально. Так. Ага. Ну что ты? Ага, хорошо. Ну уже утро. Звуки эти, как его были. То есть я 3 ночи его искал, так и не смог найти. Вообще супер странный. Просто супер странный призрак. Что от него ждать? Где его искать? Я не знаю. Ну все, ребят, уже утро. Тут вообще без вариков. Мы, наверное, его уже не увидим, этого призрака. Из воды нормально. Кто чем занят в этом городе чуваков, это, конечно, правда. Да, у метлы есть, конечно, минус. Ну да, так мы попы кверху точно далеко не улетим. Очень тяжело на такие трамплинчики. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, нет его нигде. Гаденыш, короче, он где-то заныкался. И черт знает, где его искать. Все призраки тут, но главного нигде нет. Странно. В общем-то, ребят, на этом все. Вот такой вот получился видосик. Поисковой видосик, скажу честно. Замучился я искать. А что они передвинулись? Не знаю. Да, это моих рук тоже дело, как вы поняли, ага. Это я тоже все оставил. Ну, в общем-то, получилась серия не супер продуктивная в плане поиска этого призрака, но я все, что мог, сделал, даже какие-то видосики понаходил. Попытался все эти локи как-то прошерстить, но вообще беда с этим всем. Вообще с этим всем у меня просто беда. Ну, не прет мне, короче. В этом плане мне тупо не прет. В общем-то, ребят, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.